победой. Из поездки в город Киров вернулись юные копейские модельеры. Воспитанницы театра моды «Любава» стали лауреатами первой и второй степеней на всероссийском конкурсе «Зимние забавы» Ассоциации «Золотая игла», почетным президентом которой является Вячеслав Зайцев. Мы постоянно участвуем во всех программах Ассоциации «Золотая игла», так как там собраны самые сильные, самые лучшие театры моды России. И вот для поддержания активизации движения детских театров моды в регионах именно и был организован этот конкурс в городе Кирове. Борьба театров моды из 11 городов нашей страны стартовала 12 декабря. В этот конкурсный день участники демонстрировали свои коллекции. На второй день состоялись гала-концерт и награждение. Всего на суд жюри были представлены 50 завораживающих коллекций, из которых две копейские. Мы, конечно, надеялись на гран-при, очень хотели его. Но первое место мы тоже очень рады, тем более для первого раза это отлично. Очень много интересных коллективов, и их коллекции все разные, и все выполнены очень красиво. С многими коллективами познакомились. У нас были общие конкурсы. Мы ездили на экскурсии, и там у нас были общие мероприятия. Коллекция, которая принесла воспитанницам Дворца творчества первое место, была создана по мотивам восточных сказок «В Багдаде все спокойно». Второе жюри присудило моделям коллекции «Мультикод» на тему диснеевских мультфильмов. Было сильное волнение, потому что как бы много было сильных конкурентов. Но когда мы получили место,